Стаття 185, 2, 289, 2, к 4 годам лишения свободы, посылка Павловский район, Запорожская область, город. Здравствуй, папа. Вот решил тебе написать, но не знаю, может не стоит. Не хотелось бы тебя огорчать. У меня все нормально, жив-здоров твой сынишка родной. С нетерпением жду конца срока, чтобы вернуться домой. Извини, что не слушал те наставления твои. Ведь говорили мне люди, родителей слушай, родным ты не ври. А я все не слушал, шел своим я путем. Находил плохие компании, не был дома ни ночью, ни днем. Но прошло время, и теперь я в тюрьме. И ты мне шлешь передачи, за что я благодарен тебе. Спасибо тебе, папа. Клянусь, что я изменюсь. И будет все клево, когда домой я вернусь.